соревнования завтра, а что ты уже завтра ехать или как я не Друзья. Счастливо. Нет, у него он есть лед, но... Как вам игра? Прекрасная погода, условия просто шикарные. Прекрасный полигон, прекрасные люди. Организаторам огромное большое спасибо за предоставленную возможность погонять на таком прекрасном полигоне с моим приводом легендарным, получается. Так что да, обязательно будем стараться выезжать к ним еще, если нас будут приглашать, конечно же. И, соответственно, супер! Латвия! А еще пошли? Да. Пошли. Я бы опасался. Спасибо. А, ребята, команду, спасибо большое. Будем команды, я просто ору. А ты почему меня снимаешь? Подозрительно так. А я кубиками расставлю. Ты не шпион? Вообще-то мы не граждане вашей страны. Ну мы эстланы. Я с него останется. Я как-то сравнил два лица, помнил их там. Ты должна сделать это, лопушка. Дубль такой-то. А где совок в лопатах Hello Kitty? Сейчас. Нету. Это у него же был эксклюзив такой. Замаливайте. Надрывать голос, то что его и так сегодня сорвали на полигоне. Начнем с чего? Ну, сезон открыли. Ура! Несмотря на дождь, плохую погоду, где-то какую-то координацию, но открыли. Что радует. В итоге получается, что приехало на открытие сезона 242 человека. А в такую мало? Погоду. А многие команды приехали. И многие даже просто не приехали на полигон. Ну, только из-за погоды. Ваша. Вы это не заплатили? Что? Вы это не заплатили? Я не знаю. Общая регистрация была где-то более 300 человек. Евро я не буду точно называть. Чтобы потом ты еще ночью ко мне пришел и мой пустой кошелек забрал. Ладно, давайте посмотрим. Арчи, подойди сюда. Во-первых, хочу сказать всей организационной группе спасибо, то, что мы смогли сделать это открытие сезона. Локации. Полигон был постепенно развивается. Это всего лишь вторая игра на этом полигоне. И будет еще игры, и, соответственно, полигон будет только расти и расти. Надеюсь... Что не может не радовать. Мы здесь еще не один раз встретимся. То бишь здесь еще высотки здесь. Высотки обязательно. Пятиэтажные. О, кстати, билеты едут, так что скоро будет самое интересное. Впереди... Такое предложение насчет развития полигона. Мы, Легион, начали строить полигон, да, ну, какие-то отдельные локации. Потом Винт и Бор решили тоже вложить свою часть в Airsoft, начали строить свою локацию. Релаксен взял со своей командой еще одну локацию. Появился Колизей. Да, так, только так полигон и развивается. Мы с Филиппом вдвоем, кто-то из нашей команды, кто может приехать как-то по выходным, мы никогда не сможем построить этот настоящий Airsoft полигон. Мы можем развить какую-то локацию. Но если вы хотите, чтобы это был полигон как-то разрастался, игры были более интересны, а не просто по кустам трахаться. Никто не запрещает приехать, и тыкнуть на карту пальца, где вы хотите построить свою локацию. Арчи, и строить. А в НЖ даете? Что-что? В НЖ даете?
Арчи, сюда выйди, тебя не видно. А зачем меня смотреть? На него смотри. Смотри, какой красивый мальчик. Аэрсол 2, посмотри. Здесь дают стройматериалы. И возможность выбора названия для своей локации. Вам будет весь материал. Сортир 3. Кучатский котел надо. Тем, кто строит локацию, скидки на игры. Ладно, правда, я не играл. 100% точно даем. А сколько скидка, не знаю. Дальше. Теперь перейдем по факту. Ну, это всех больше всего интересует. Кто же выиграл? Да, кто? По факту, мы не знаем. По факту выиграл я. Ну ладно. Потому что все деньги у меня. У кого не было билета, к девочке обратитесь, она вам сейчас примотает его. Иди. Да, кстати. Так сразу, Лен. Сейчас я билеты принесу, сделаем так. Едем дальше. Да, ладно, шутки в сторону. Что у нас получилось? Синяя сторона очень активна. Начала игру, заняла все позиции, у красной стороны получилось так, как получилось. Почему так получилось? Не, я довольно серьезно говорю. Начало игры, когда уже она началась, красный блок очень долго определялся, куда пойдет. Половина людей еще стояла на взлетке, один грузовик уехал, все ключевые точки уже были заняты. Это факт. То есть не, да не в обиду красной стороне, но мы с самого начала, где-то что-то как-то... Да, тормознули, но тем не бывает. Но потом начались жаркие бои. Ну, там, правда, точка 5 пала. Базар почти пал, когда Восток, красавцы, да, приехали в своем большом грузовике при помощи скорпионов, если я не ошибаюсь. Дали бой такой зачетный. Но потом все равно туда же. Но в любом случае, неважно, кто победил, победил Аэрсофт и победил открытие сезона. Что упало, то пропало. Ну еще надо. А по два можно? Нет, у кого нет билетов. Кстати, остались люди, которые пользовались шарами АСК. Кто их выиграл? Нет. Очень жаль. Мало дали, сейчас добавим. Желательно в голову. Ну давайте перейдем так к розыгрышу. А, забыл совершенно. Вообще огромное спасибо Али из трекера, то, что он притарабанил эту прикольную палатку большую. Да, спасибо, Али. Реально спасибо ему, он реально приемный истории. Огромное спасибо. Зови еще, Фил. Что? Зови еще, говорю. Обязательно. Спасибо также эстонским игрокам, которые приехали довольно крупным составом. Спасибо вам. Но мы к вам приехали в большем составе на ваше открытие не первого правда. Да, было. Следующее. Также и с литовским игрокам. Я их не вижу. Есть Литвы игроки. Они там обедают. Ты есть один полигон. Ну да, тоже вот с Литвы приехали. Еще на этой игре был один украинец. Я не знаю, есть здесь, нету. Но приятно. Нет, не вас. Ватсон еврей, все знают. Ну и так, а теперь давайте перейдем к розыгрышу. Будем доставать циферки. Фил, а! Я знаю, где ты живешь. Что? Я знаю тоже, где ты живешь. Поверь мне. Можно чуть-чуть? Да. Тут уже все туда перемещается. Подожди, еще ничего не вытаскивай. Они разноцветные. Это цвет, и ты после так, начнем. Только коричневый. Да, желательно коричневый. А ты сегодня постоянно везешь. Начнем с очень элементарной штуки. Она реально типа работает. Прыгнул, и очки у тебя не потеют. Какой номер? Да ладно, не потейка. Я тебе говорю. На полчаса. 69. Какой? Тихо. 69. Тихо. Последние три цифры. 969. Последние три цифры. 969. Коричневый. Коричневый.
Нету? Быстрее идите по номерам. Это очень скромненько так, ну, для разогрева. 9-5-0 коричневая. Блять, моя. Как? Блять, моя. Блять, моя. Погнали дальше. Более интересная штука. Вот такая вот граната. О, вот это интересно. Дергай щеку и бросай. Кто кого рванет, на следующий. 7-5-8 коричневая. 7-5-8 коричневая. А теперь в толпу! Едем дальше, вернемся к утру. Red Devil, шаре. 9-1-4. Еще раз, какой-то... Коричневый. Но? 9-1-4. 9-1-4. Какие же шары? 5-9-6 синие. 5-9-6 синие. 5-9-6 синие. Нет. Нету? Следующий. 5-8-7 синие. 5-8-7 синие. 5-8-7 синие. Нет. 5-7-2 синие. 5-7-2 синие. О, есть! Неужели вышел? Да. Еще одни Red Devil. Это в ящиках, что ли? 9-3-8 коричневая. Какой? Каким весом? 9-3-8. 9-3-8. 9-3-8. И первый. Это слишком шикарно будет. Нихуя. Секунду. Ценник. Ага, цены взял. Уважайте, из магазина как все привезли. Три сармовские шары. 25-й. 5-7-6 синие. 5-6-7 синие. Да едем дальше. Едем дальше. 7-8-9 коричневая. Блять, ну совсем. Эй! 9-2-0 коричневая. 9-2-0 коричневая. Везет уже парень. На предыдущую. 6-8-9. А, предыдущая, да? 7-8-9. А теперь переходим к самому. А что ты там стоишь? Последняя завалялась. Я ее даже не заметил. 6-0-8 синяя. 6-0-8. 6-0-8 синяя. Нет. Дальше. 7-7-4 коричневая. 7-7-4 коричневая. Ну ладно, я пошел. Давай. Халява, какой раз. Опа, что-то посерьезнее пошло. Camel back. 5-7-3 синие. Camel back, рюкзачок, все как надо. Еще раз, какой номер был? 5-7-3. Слушай, а может Глок новой серии тоже разыграет? Давай! Но? 9-9-8 коричневая. 9-9-8 коричневая. Я внутрю нервы начали, там был сука. 9-7-2 коричневая. Оружейная сумка, эта вещь нам всем нужна. 6-1-4 синяя. Первый раз. А некоторым особенно. 6-1-4 синяя. Нет такого. 6-1-9 синяя. Как? 6-1-9 синяя. 7-3-4 коричневая. Ну блядь, как же так? Дальше. 7-3-4 коричневая. 9-4-2 коричневая. 9-4-2 коричневая. Есть? 9-4-2 коричневая.
Да просто бросай в толпу где-то. Вот туда. Кто поймает? 9-3-2. Ты сами разберешься. Пока все билеты все так внимательно. Твой рюкзак не разыгрывают. Мой рюкзак. Мы разыграем. Пистолет Таурус на CO2. 5-7-9-7. Ты который 150 выдаёшь? 250. Бери выше. 9-7-5 коричневая. 9-7-5. 9-3-4. Покажи. Мои поздравления. Я видел. 9-3-4. Не надо. Отдай пистолет. Это подстава. 5-9-3-4. Все правильно. Покажи. Покажи. Ну, коричневый. Опа. Быстренько подрисовал. Молодец. Тогда его давай сюда. Это какая-то ошибка. Беги, беги. Поделите. Назови первые цифры. Дай ему сфоткаться с пекалем! Да, общую фотку! Вместе! Все, спасибо огромное, то, что все приехали! Все, кончилось! Спасибо!